Страны Центральной Азии решили объединить силы в борьбе с экстремизмом и терроризмом. В Алматы ученые-теологи из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана обсуждали, как противостоять распространению нетрадиционных религиозных течений. Чуждая идеология, по их словам, не признает местные культурные и духовные традиции, отвергает принципы толерантности и мирного сосуществования. Опасность таится еще и в том, что это может привести к так называемой радикализации глубокого верующего населения, уверены религиоведы. Они считают, что самый эффективный способ борьбы с этим явлением – профилактика. В регионах Казахстана уже созданы специальные информационно-разъяснительные группы, а также реабилитационные центры. Они проводят работу даже в исправительных организациях. Буквально вчера вышло постановление правительства об утверждении концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Вот здесь по нему будет также разработан план мероприятий. И здесь эта концепция в основном направлена на укрепление светских устоев государства, совершенствование казахстанской модели государственно-конфессиональных отношений, конструктивные взаимодействия с религиозными объединениями и, конечно же, координация работы госорганов по улучшению религиозной ситуации в стране.